Магадан готовят к озеленению. Глава города Юрий Гришан посетил цветочные теплицы комбината зеленого хозяйства. Около 17 сортов различных соцветий начали созревать еще 22 февраля, чтобы украсить общественные места и клумбы пешеходных зон областного центра. Все растения устойчивы к ветрам и морозам. Сейчас растения закаливают и удобряют, чтобы они не погибли при посадке. По технологической карте у нас запланировано порядка 180 тысяч цветочной рассады, и мы, в принципе, вышли на эту сумму, на это количество. Королевой улиц станет календула, самая неприхотливая. Она раскрасит город в оранжевые цвета. Королем считают полуденник. Летом, в солнечную погоду, они превращаются в яркий красно-фиолетовый ковер. Родина соцветий, напоминающих маргаритки, Африка. Дикие племена черного континента много веков используют полуденник в своих ритуалах, а магаданцы приручили несколько лет назад, но до сих пор экспериментируют с местами высадки. Украшать город цветами начнут в первой половине декады июня, когда почва прогреется до 10-12 градусов тепла. Клумбы с надписью «Магадан», которые располагались напротив мемориала «Нулевой километр», реставрируют. Их планируют установить в районе библиотеки Пушкина.